секционный мед. Вот семьям давал, значит, рамочки такие. И вот они отстроили. Где, конечно, хорошо, где не понравилось мне. Здесь вот мне не понравилось. Здесь вот хорошо. Так. Вот такие они. Вот почем продавать буду, пока не знаю еще. Зато прополис тут есть еще. Его немножко собрать надо. Завтра пойду на рынок. Я до этого взвешивал. Получается 100 грамм в таком контейнере. А почем продавать? Вот вопрос. Ну, попробую. Чё ничего продам. Ну да, вот. Одна рамочка хорошая, другая не очень. Вот прям изумительно мне понравилось. Изумительная. Так. Попробуем, значит, как дело пойдет. В принципе, так красивый контейнер, если вот так. Рамочка, вон. На витрину поставить их. Вот так вот и пусть. Конечно, надо было бы еще здесь вот телефон написать бы. Ну и, в принципе, упаковать можно еще. Но надо работать над этим вопросом.